Наше акционерное общество по производству лекарственных средств уже на протяжении 20 лет выпускает эффективные препараты для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. Установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины. Автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другое высокотехнологичные машины и аппараты. Мы успешно поставляем свою продукцию в страны СНГ. Я работаю на предприятии в должности ведущего технолога производства. 6 месяцев назад руководство общества решило расширить рынок продаж и поставить свою продукцию в Литву, Латвию, Эстонию. Для выхода на рынок стран Балтии наша компания планировала расширить производство и увеличить выпуск таблеток для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. По технологии производства таблетки дальше должны были упаковываться в блистер, который, в принципе, сохраняет таблетки из порошка от воздействия окружающей среды. Для осуществления этой задачи необходима была, по сути, покупка нового, современного оборудования производительностью 100 тысяч таблеток в час и диаметром таблетки 14 мм. Для автоматического производства таблеток путем прессования в пресс-формах таблеточной массы используется таблеточный пресс. Выбор таблеточного пресса возложили на меня. Я хотел выполнить задачу в максимально короткие сроки, чтобы, главным образом, иметь возможность работать над другой проблемой, которая неожиданно возникла на участке производства порошка для таблеток. Поломка этого оборудования означала остановку работы всего участка, чего я не смог бы допустить. И вот я приступил к поиску таблеточного пресса и думал, что сразу найду необходимое оборудование. Решил посмотреть, сравнить производителей машин в Европе и Китае. Поиск я осуществлял через интернет. Выбирал по территориальному признаку, срокам поставки, ценовой категории. Среди качественных европейских производителей я нашел 3 компании, которые, в принципе, предложили хорошие машины, но запросили очень высокую цену, в которую не входила процедура таможенного оформления. Я понимал, что руководство не одобрит выбранный таблеточный пресс и отправит на повторный поиск. Затем я поискал оборудование у китайских производителей. Здесь вариантов было, по сути, больше. Я отослал им электронные письма, где указал, какую машину я рассматриваю в качестве вариантов 4 компании по производству оборудования в Китае. Однако мне ответили только 2. Одна фирма указала, что такое оборудование будет произведено только через 5 месяцев, а вторая выслала ответ на китайском языке. Срок 5 месяцев меня не утроил, слишком долго, а китайским не владеет никто из наших сотрудников. Мне не хотелось тратить время и деньги на переводчика, и поэтому принципиально решено было, по сути, отказаться от покупки машины у китайского производителя. Я понял, что самостоятельно не смогу решить задачу по покупке таблеточного пресса и решил обратиться к специалисту-посреднику. Я представлял, какая машина мне нужна была, по сути, и поэтому принципиально обращал внимание только на надежность компании. В интернете я выбрал несколько посредников, один из Китая, 2 менеджера из России. Свой выбор я осуществлял, просматривая сайт компании. Огромное значение имела длительность работы на рынке поставки фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов и актуальность цен. Сначала я позвонил китайскому посреднику, у него представленная цена на машину была, по сути, ниже остальных. Мне ответила менеджер, которая уточнила, что в цену не входит таможенное оформление, поставка и монтаж оборудования. Общая сумма за машину выходила на порядок больше, чем представлена на сайте. Она меня не устроила. Затем я внимательнее изучил сайт российской компании, посмотрел цены, условия поставки, однако меня насторожило, что эта компания занимается также поставкой обуви и посуды из Китая. Я хотел найти специалиста, в котором я был бы уверен, который, в принципе, поставит мне таблеточный пресс в указанный срок. Решил посмотреть последний вариант среди российских посредников. Заранее я проверил компанию в базе предпринимателей России на наличие судебных разбирательств на период деятельности. В данных списках эта компания не фигурировала. Сайт компании мне понравился, современный, структурированный, много видеороликов. Созвонившись с менеджером, я получил хорошую консультацию по желаемому оборудованию. Специалист рассказал мне о возможностях таблеточного пресса, прислал ролик на электронную почту, инструкцию по эксплуатации, где я смог все спокойно изучить. Мне понравился его деловой и профессиональный подход.
Условия доставки и цена меня устроили, и через неделю мы заключили договор на поставку таблеточного пресса. Перед отправкой оборудования менеджер выслал мне на почту видеоролик машины. Оборудование сделано из плотной нержавеющей стали, рабочая зона закрыта прозрачными пластиковыми щитами. Процесс работы таблеточного пресса управляется при помощи системы шки-экрана. Таблетки выгружаются по специальному металлическому лотку с перфорациями. Таблеточный пресс пришел через 2 месяца, мы быстро наладили и запустили производство таблеток для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний и обеспечили предприятие продукцией для поставки в страны Балтии. Я смог спокойно заняться делом, которое требовало большего моего внимания. Я хотел бы заметить, что рассказал менеджеру о своей проблеме и желаемых сроках поставки. Он посоветовал мне хорошего специалиста по наладке и ремонту оборудования, с которым мы уже работаем и довольны результатом. Пообщавшись с настоящим профессионалом, я сам немного стал умнее, многому научился и абсолютно уверен, что хороший учитель тот, чьи слова не расходятся с делом. Я проверил это на собственном опыте.